Давай, Маргаритка, оп, молодец, молодец. А теперь еще разочек, Маргариточка, оп. Ну кто конские мышцы-то свои качать будет? Совсем уж застоялась моя конюшка. Так, оп, теперь сюда побежали, теперь с лестницы. Давай, давай, Маргарита, и оп. Отлично, все, Маргарита, молодец. На сегодня тренировка окончена. Можешь пожевать травушки. Так, с первого раза прям в яблочко. Понятно, ну почти в яблочко. Ну я тренируюсь. Кто? Ну годы тренировок, как бы, да. Так, ну вот, я же говорю в яблочко. Теперь сюда в яблочко. От ё, просто тогда я какая модная. И Маргарита, ну я сейчас в тебе прям в попку выстрелю, ну. Так, и... Ну почти. И критический удар, разворот, поворот, сальто вперед. И руку отрубим одну, руку отрубим вторую. И 24 урона, минус, там что там, хп, не хп. Ну короче, ты меня понял. И по шляпе тебе, на. И вот так, на. Еще подножку тебе. И сальто снова назад, через ворот, переворот, водоворот. И вот так вот, все. Сломала. А теперь сложные двигающиеся мишени. Ну ничего, для меня это как плюнуть просто. Вот так по одной Каролине, по второй Каролине и по третьей Каролине. Угу, теперь собираем все. А прям по попке. Вот так вот. Ну теперь-то ты мне веришь? Теперь-то ты мне веришь, что я все могу, все умею? Я вот тренируюсь каждый день. Веришь? Нет? Ну как сказать, ну да, прогресс, незначительный прогресс есть, да, ты лучше начала играть в Майнкрафт, но ты до сих пор нубасися, ну согласись. Я не нубасися, вот чё вы все такие вот, а? Вот даже подписчики, вот открыть комментарии и читаем, значит, да Катя, ты читер, Катя, ты гуглила все, ты вот заходила и все, на все вопросы знала уже заранее ответы. Да как я могла знать-то, да как я могла за секунду ответить тебе, вот ты задавал вопрос, я сразу отвечала, как я такая сразу, ага, открываем Google, печатаем и отвечаем. Вот спроси, вот сейчас можешь спросить все, что хочешь. Вот прямо в эту же секунду я тебе отвечу без гугла. Вот руки от клавиатуры убрала даже. Да, хорошо. А, ну тогда назови мне все способы, где можно добыть тотем бессмертия. Вот за секунду. Вот в этом вот, в рейде на деревне, когда вот мы быка убиваем, да, раз. И второе, это вот этот вот особняк, где разбойники, где нас постоянно дрюкали, как не знаю кого. Вот там. Все. Два способа, ну да. Ну, кстати, реально, мы же читаем комментарии всех подписчиков, которые подписаны на канал, а тех подписчиков, которые не подписаны, что мы с ними делаем? Мы их, во-первых, не читаем, а во-вторых, они как бы и не подписчики. Ну вот, да, не подписанные подписчики. Реально, все просто писали в комментариях: Хендисон, Катя читерила. Ну, чё-то не видно, как она за секунду могла знать, как ответить правильно на вопрос. Вот я сейчас тоже думаю. Ты тогда не читер, получается? Я не читер, я всему учусь и все умею. Знаешь, что могу построить? Вы знаешь, что могу? Ну давай, чё? Я могу сральник построить. Зачем нам сральник? У нас уже есть золотой сральник, зачем еще один? Ну, это у нас как бы золотой сральник, как резет, это как это называется, достопримечательность, да, там города. А я могу настоящий сральник вот для дел, для нужды, так сказать, а? Ну, я не знаю, а... Я все умею, я все могу, просто стой, не комментируй, главное. Так, я насмотрелась туториалов, я там прям тренировалась, поэтому мы берем, ставим это сюда, это вот так, это ломаем. Главное, только не мешай мне, пожалуйста, только не мешай. Я вообще ничего не говорю, давай. Ну, уже немножечко страничек такой вырисовывается, это сюда, кнопочку сюда, ну вот, готово. Смотри какой. Эть, вот так на него залазим, и все, я королева трона белого. Ну, неплохо. Простенький такой, но все же как бы рабочий. Сколько ты ему училась вот это делать, этот стральник? Ну, недели две, наверное, где-то. Ну, ладно, хорошо. Ну, ты тогда наполовину нубасися, получается, да? Погоди. А помнишь, вот ты что-то спрашивал про эти тотемы бессмертия, там, про вот этот особняк с разбойниками? Так, может, мы туда отправимся, и я докажу тебе, что я все умею? Ты хоть, подожди, я все правильно понял. Ты сама, у меня аж слезы почти чуть не потекли. Ты сама хочешь уничтожить весь особняк без моей помощи. Ну ты просто постоишь в сторонке такой, покукукаешь там что-то, а я быстренько все дела сделаю. И таким образом я докажу тебе, что я про в Майнкрафт. Если ты сама зачистишь весь особняк, ты всем подписчикам сразу же докажешь, что ты про в Майнкрафте, и ты наконец-то научилась всему, чему только можно. Все, хорошо, давай тогда спорим с тобой, да? Спорим, и я иду делать зелье. Какое зелье? Ну как это? Я же все-таки иду в особняк, там разбойники, там зло. Я сделаю себе зелье скорости, зелье силы, может быть, еще что-нибудь. Ой, какая! Да... Все, давай иди делай! И сразу же бежим в особняк! Так, отлично. Только это принеси мне паучьих глазков, хорошо? Давай, Майнкрафтерша недоделанная.
деятельности. Я ее раньше Нубасисей называл. Как ее сейчас называть, если она уже профессионал? Профессионалу Сися? Ну, тоже можно, кстати. Бутылочки у нас уже готовы, поэтому поехали. Ставим на рост из Незера, и у нас должно получиться грубое зелье. Ломаем вот этот вот порошочек огненный. Ломаем. Добавляем его, чтобы у нас получилось зелье силы. И еще чуть-чуть должно все правильно быть. И... да, получилось. Теперь добавляем светокаменную пыль. Ну, чтобы, знаешь, так, ну, умножить урон на 2. Ну, так, чисто, знаешь... просто. И последний штришочек у нас это порох, чтобы оно было разбивное. Ну, типа, знаешь, не выпивать, а разбиваешь об землю его и сразу. Ну чё? Ну вот что ты хочешь сказать? Я гуглю. Вот ты хочешь сказать, я гуглю? Да как? Как бы я это все успела сейчас загуглить-то? Ну. Да у меня слов даже нет. Ты... да я сам даже не помню, как делать вот это зелье силы. Подожди, сейчас у нас получается тогда реально вот это взрывное зелье силы. Мать! Да ты реально гей... ты гейнейша получается. Я готова идти в особняк. Ну тогда давай напяливай куриные крылышки и полетели. У нас же есть второй особняк, который мы с Катей нашли практически в самом начале сезона выживания. И подписчики до сих пор нам пишут, что, мол, едете, а не Катя, когда вы уже пойдете, когда вы зачистите второй особняк? Ну так вот, сегодня самый лучший день, самый хороший повод, чтобы Катюшка, майнкрафтерша, крафтерша, пошла и зачистила этот особняк в одиночку. Ну с тебя только показать, где этот особняк. Ну давай тогда, полетела в ту сторону. Пока. И вот это вот все. Я хочу сказать, что вот это вот все, что мне нужно сегодня уничтожить, зачистить, что там надо с этим сделать. Да это как два пальца об асфальт просто. Раз, два и все. Поэтому давай. Руки в ноги, как говорится, и погнали. И то есть... ты хочешь, чтобы я тебе сегодня вообще не помогал, да? То есть я просто за тобой хожу, ничего не делаю, и ты сама в одиночку сможешь этот особняк зачистить. Ты-то вообще своим словам веришь, Катюшка? Ты можешь просто за мной ходить, наблюдать, там, я не знаю, что-то комментировать, там, подписчикам хорошо говорить. Ой-ой-ой, хорошо. И все. Все, давай, говоря, все. Давай ты тогда первая заходишь в этот особняк, давай, добро пожаловать. Так, ну что ж, погнали. Главное быть аккуратным, всегда на чеку, смотреть в обе. Вопа. Идем. Ага. О, а вот они уже. Здравствуйте, молодые люди. На, по башке. На, я ничего не боюсь. Сейчас мы вас откукарачим, а потом я выпью еще зелье силы и вообще... три поборника, четыре поборника, вот и можете... ты помогай мне, что стоишь, я тебя что, зря с тобой тащила, что ли? Помоги! Так ну, ты... хотя бы... так ты определись изначально, тебе помогать или ты все сама сделаешь? Ты смотри, тут у нас Игоречек, вот так. Там у нас внутри, там у нас Эндермен арбуз украл. Иди Эндермена тогда убей. Нет, Эндермена я не буду убивать, не надо мне помогать, я просто так сказала, ну типа это... хорошо, так. Все, я тогда тебе помогать не буду, убивай Игорюшку. Игорек, ну ты мне силы-то не порть, хорошо? Зелье силы надо? Бахнешь со мной за здоровье. Ну давай, давай, фигач. Опа. Вот. Все, давай, пошли, пока оно не пропало. Ты лутай, самое главное, смотри. Тут у нас, если что, тыквы есть. Если тыквы нужны, давай забирай. Тут у нас арбузы есть. Если хавчик нужен, давай арбузы сразу быстро все собирай. Вот если тебе тыквы и арбузы нужны, ты их и собирай. Я пришла сюда за сокровищами. Она за тотемом бессмертия, да, пришла? Ну все, давай тогда иди. Ну кокни ты этого эндермена, он реально арбуз мой украл. Почему твой? Это не твой арбуз. Бедный эндермен. Может, арбузик хочет летний покушать. Пойдем на второй этаж. Ой, тут темновато так, но ничего. Я все буду освещать. Давай, если тебе все же понадобится моя помощь, кричи как бы. Я не буду против. И ты же знаешь то, что я сюда пришел, чтобы тебе помочь. Мне не нужна твоя помощь, я сама со всем справлюсь. Добрый вечер, молодой человек. А что это вы на моего парня позарились-то, а? Вообще-то он занят. Ага, идем дальше. Ой, а мы тут спрячемся, да? Это что, мы сукунишки такие? На, по башке. На, все, вот так вот с каждым будет здесь. Ага, понятно? Ну ты понимаешь, что не все так просто, потому что на третьем этаже же у нас будет заклинатель. Заклинатель, а ты так просто не кокнешь, как ты вот этих поборников убиваешь прямо сейчас. Да, ну закрывай! О, господи, чё я их не кокну-то? Ну это же вообще проще простого. Ага, да-да-да, конечно. Вот когда вот этот призыватель начнет призывать вот этих своих вредин, или как они называются, вот тогда ты кричать будешь: помогите, помогите! А, ангелочки эти, что ли? Да это фигня, все их просто раз-два мечом почикал, и все, они попадали там с этих своих небес. Ага.
Так, я вижу двоих там еще скелетов. Опять эндермен! Ёханый бабай, ты отдашь арбуз? А, нет, это уже другой эндермен. А, ты разбирайся с эндерменом и с арбузом, я всё, пока этих пококаю. Я забрал у него арбуз, он его обратно на землю поставил. Ой, какой ты молодец, забрал арбуз. Так, здесь... А у меня тут как бы война. Ну давай, я тебе помогаю, Там... Там давай, у нас проход. Давай, помогай, конечно, блин, их тут много, все. Там... Все, дальше я сама справлюсь. Там проход на третий этаж, мы можем идти уже туда, там еще больше сокровищ. Вот еще один вот этот поборник, давай убивай его. Подожди, у меня регенерация вынуждена, сейчас яблочко золотое скушаем. Я тогда сам его убью, пока ты там расслабляешься, так, этого закукарачил. Слушай, а вот это самая опасная комната, вот здесь много сокровищ будет. Давай вот сюда заходи, расчищай, а я все освещать буду, давай быстро. Для меня нет опасности. Здравствуйте, молодой человек, здравствуйте. Как молоды вы были, как говорится. Слушай, двое на меня нападают. Ну блин, помоги. Я все же тебе помогу, я понимаю, то что ты сильна сегодня. Но они тебя кокнуть там могут. А меня-то за что ты по башке стукнула, такать? Это вынужденные меры были, оборонительные. Какие вынужденные? Кокай вот этого. Я на вот этом боксерском ринге. Все, всех кокнуть. Да-да-да, сейчас я пробью это киркой забор. Да я уже всех убил, ты что тупишь-то так? А, да, ну ты молодец, спасибо за помощь, спасибо большое. Но помощь мне не нужна, не надо мне помогать, хорошо? Так ты определись уже, пожалуйста, окончательно, нужна тебе помощь или не нужна? Ты сначала говоришь «помоги», потом ты говоришь «не помоги», тебе все же помочь или не помочь, а? Не надо мне помогать, все. Так, тут еще один вот этот поборник, я его сейчас кокну! На! Это я его сейчас кокну, все, я его кокнул! Это я его кокнул. А в тихо уже, а у сундуке... Зачарованное золотое яблоко, которое мое! Ха-ха-ха! Я его забрал. Так, алмазная мотыга, можешь себе забирать. Пластинка, порох, уголь. Слушай, Катя, бирка, неплохо. Давай, пошли на третий этаж. Ну, вообще-то это я защищаю этот особняк. Почему ты все себе забрал? Да давай, пошли на третий этаж, поменьше разговоров, давай. Вот так всегда, вот идешь доказывать свою профессиональность, а у тебя из-под носа это золотое яблоко забирают зачарованное. Третий этаж. Ты готова туда подниматься? Я готова, только я пойду первая, хорошо? Все, давай. А ты за мной. Я просто сзади тебя, я ничего не делаю. Давай, поднимайся. Ага. Слушай, Катюшка, а у меня вот такой вопрос. Ну, учитывая, ты как бы все же профессионалка в Майнкрафте, вот скажи мне, пожалуйста, а что чаще всего в особняках находится за вот этой вот картиной на третьем этаже? Алмазный блок, нашел, что спросить. Да откуда ты это все знаешь? Ты реально, ты читер, ты сейчас загуглила это быстро. Да как я смог гуглить-то? Ну пойдем проверим, есть ли там за флагом алмазный блок или нет. Давай пойдем проверим, давай просраивайся тогда туда. А мне нечем простраиваться, сейчас мы как-нибудь это придумаем, что-нибудь. Опа, так, сейчас ага, посмотрим. Отлично. Подожди, опа, я перепрыгну вот сюда и внутри, а внутри ничего нет, тут стенка обычная. Ну, не всегда бывает, на самом деле, это очень редкая генерация. А нет, все же бывает, иди сюда! Слушай, нам повезло с этим особняком, копай обсидиан! Так, тихо, что реально, там реально сейчас будет алмазный блок? Копай! Алмазный блок, господи! Че там с особняком этим так повезло, ты забрала его? А у меня это, кажется, все и в инвентаре закончилось. А все. Тогда я себе его заберу. Нет, он мой, я заберу. Все, я забрала. Фух. Ты сегодня везучая просто, честное слово. Фух, ну что нам осталось этого заклинателя еще убить? Да, все, пошли его кокнем и все. И Катя доказала то, что она настоящий профессионал. Вы слышали, он это сказал. Алло. Ну прыгай. Ну подожди, надо крылышки надеть. Что, я буду себя убивать, что ли? Катюшка, сейчас у тебя будет сложный бой, поэтому я тебе даю зачарованное яблоко. Если хочешь, можешь его сожрать прямо сейчас и идти убивать заклинателя. Он где-то здесь на третьем этаже находится! Что, скелетон вот этот сюда притопал! Все, давай быстро! Отлично, у меня еще осталось одно зелье силы, но я его тоже оставлю на заклинателя, поэтому давай еще осталось вот этих вот чубзилетиков зарубить. Вот так вот быстренько, хоба! Давай, я тебе помогу, их тут трое, Катя! Да что ж ты лезешь-то мне помогать? Ну не нужна мне твоя помощь, я сама. Сейчас ты кокнешь заклинателя и докажешь, что ж ты настоящий... Заклинатель, Катя! Заклинатель, я жру яблоко! Жри яблоко! И зелье силы, да что? Я вот сейчас я тебе точно не помогаю, все, иди его кокай. Я просто смотрю, я ничего не делаю, Катя, давай. Кокаю заклинателя. Сзади мистер Крипер небольшой, но я тебе помогать не буду, пускай мистер Крипер... Тихо, почему ты мне не будешь помогать? Как я сама-то справлюсь? Сейчас, тихо! Кокай! Кокай! А где заклинатель? Чего его кокнула?
Да. Сейчас еще ангелочков подрубим вот этих быстренько. Из лука. Что-то я это перепугалась так. А чё, где он? Он всё, что это? Я его убила? Слушай, а я что-то не понял. Подожди, сзади подошел мистер Крипер. Неужели мистер Крипер его кокнул? Нет. Подожди. Мистер Крипер нам помог убить заклинателя. То есть это мистер Крипер убил заклинателя, а не ты его убила. Да не может быть такого. Я его должна была убить. Ты не доказал, что ты профессиональный игрок. Мистер Крипер более профессиональный игрок, чем ты, Катюшка. Мистер Крипер. Ой. Так тотем бессмертия, это все равно у меня. А, ну-ка. Ну это все, это мистер Крипер его убил, и тотем выпал. Ты-то тут ни при чем. Так если бы мистер Крипер убил бы его, мистеру Криперу бы достался тотем, а? Ну мистер Крипер тебе его, ладно. Все, короче, я согласен. Давайте сойдемся на том, что Катюшка бульдозер вот эта нубасиська, и ничего ты не убила заклинателя. Это все мистер Крипер за тебя сделал. Ты бесишь меня, слушай, мистер Крипер идут ни при чем. Это я его кокнула. Все понятно. Пришла, значит, выеживается такая. Я зачищу весь этот особняк. А в итоге-то что? А в итоге мистер Крипер зачистил весь особняк. Ты ничего не сделала, Катя. Все понятно с тобой. Ну басись, а ты, короче, настоящая. Это нечестно. Что нечестно, что мистер Крипер лучше в Майнкрафт играет, чем ты? Он одним движением каким-то там что-то сделал, и все остальное это все я делала. Все, отправляемся домой, посмотрим, что ты надыбала. Точнее, что мистер Крипер надыбал в этом особняке. Слушай, ты, я сейчас тебя очень быстро домой отправлю. Стой! Стой! Катя, у меня 4 сердечка осталось. Все, тихо. Катька, успокойся, пожалуйста. Ну чё, я говорю, что ты сейчас домой отправишься у меня, ясно? Ну ладно, хорошо. Я-то домой отправлюсь, тебе лететь-то нужно. Ага, вот дома и встретимся с тобой. Давай. Да, дорогие друзья, вашему вниманию я представляю то, что в этой серии я надыбала в особняке. Итак, у нас есть алмазный блок. В воздухе повис, но ничего страшного. Два топора. Не знаю, зачем они нам. Честно говоря, не знаю, сколько у меня изначально было изумрудов в инвентаре, но теперь у меня стак и еще один сверху. Ну и, конечно же, тотем бессмертия. Слушай, ну это прям неплохая такая добыча. Давай посмотрим, что у меня есть. У меня сверху еще 25 изумрудов. Алмазная мотыга сверху. Пластинка. Стак арбузов. Кстати, арбузики же я украл вот этого эндермена, который он изначально украл арбузики, потом я украл, да? Потом у меня почти сломанный лук, но он не считается. Ну и бирочка, и в принципе все. Ну и конечно же зачарованное яблоко, которое ты использовала. Ну если бы не зачарованное яблоко, я бы там уже, конечно, да, кокнулась бы первее. Ну и, конечно же, если бы тебе мистер Крипер не помог, ты бы тоже кокнулась впервые. Ну, а так, в принципе, все. Слушай, ну, я даже не знаю, пошли, Катюшка. Я вот даже не знаю. Это, наверное, у подписчиков надо спросить. Вот как ты думаешь, можно ли считать Катюшку вот крафт настоящей майнкрафтершей? Учитывая то, что мистер Крипер сегодня больше работы выполнил, чем ты. Ой, Кать, я даже не знаю. Ты где? А ты где? Я тебя ищу. А вот. В парке, давай. Я считаю, что меня можно назвать настоящей майнкрафтершей. Ну подумаешь, ну это мистер Крипер, я же его не просила, он сам просто взял мне помог, потому что мы друзья. Вот, ну так нечестно, я убила его. Ну хорошо. Я согласен, то, что ты сегодня не читер, ты сегодня не гуглила, ты сама почти зачистила весь особняк. Иногда, конечно, я тебе помогал, но все же да. Катюшка, майнкрафтер настоящий прирожденный профессионал. Спасибо большое за признание. У тебя есть салюты. Я предлагаю в честь этого запустить их. Это какая-то петарда вонючая, а не салюты. Ну они бракованные! И летать с этими салютами надо, не в небо их запускать. Все, короче, давай вот это руки-ноги, ноги в руки, и пошли. Тебе еще нужно убить вот этого подводного босса, губку забрать. Потом тебе еще надо самой убить дракона, тебе надо убить. Потом тебе надо убить еще кого-то, потом себя надо убить. Потом еще кого-то. И вот только тогда в конце ты докажешь, что ты настоящий майнкрафтер, Катюшка. Так что делаю тебя еще просто вот так, по горло, а то даже и выше. Да, это все. Как два раза пукнуть незаметно, понятно? Поэтому мне все равно. Вот проси, что хочешь. Все, пока. Чё ты сказала? Два раза пукнуть незаметно? Ну а чё?